Всем привет! Меня зовут Татьяна Калмыкова, вы на моем канале, и это мой влог. Его хочу я посвятить своей студии, потому что в ближайший месяц моя студия изменится до неузнаваемости. Она поменяется как для клиентов, так поменяются и все мастера в студии. Полностью произойдет изменение. Она станет самой первой комфортной студией по наращиванию ресниц в моем городе. Почему я решила сделать именно такой формат? Потому что я, как клиент, не могу лежать на наращивании ресниц по 3 часа без вреда для своего здоровья, скажем так. У меня всегда болит ужасно спина, мне нужно встать, покрутиться, походить, чего не позволяет сделать обычная кушетка и обычное время наращивания. Всегда каждый сервис, каждый уголочек своей студии я примеряю к себе как клиенту, потому что первый клиент — это я. Для того, чтобы было комфортно моим мастерам, моим гостям студии, мне хочется сделать все самое лучшее. Первым решением было сделать кресла-реклайнеры, которые полностью заменят нам кушетки, на которых будет очень удобно наращивать ресницы для клиента, но и не только для клиента, но и для мастера. Потому что если вы мастер, вы уже наверняка следили эту отрасль. Она очень интересна. Креслов есть очень много, но начиная с удобства, не всегда это так. Поэтому я хочу максимально все продумать, максимально, чтобы было и клиенту, и мастеру. Второе, что изменится, это мастера. Для мастеров прописаны полностью стандарты выполнения услуги, встречи клиента, внешнего вида, всего остального. Потому что если это не прописывать, не стандартизировать, никакого порядка в принципе не будет. Кому-то ты сказала, кому-то не сказала, кто-то запомнил, кто-то нет. Каждый раз повторять — это не вариант. Поэтому они все есть прописаны, каждый мастер их получил, прочитал, согласился или не согласился, все мы обсуждали на собрании студии. И сейчас мы готовим мастеров ко встрече с клиентами. Мастеров я готовлю лично сама, они отрабатывают на моделях свои наращивания, брови, макияжи. Для того, чтобы вписываться во время выполнения процедуры, не все девчонки успевали до встречи со мной. И не все видят моделирование таким, каким его вижу я. Моделирование взгляда есть одной из, скажем так, важнейших частей в наращивании ресниц. Потому что если ты неправильно смоделируешь, можешь либо усугубить ситуацию клиента с опущенным внешним углом, например, или с вниз растущими ресницами. Я всегда за то, чтобы моделирование улучшало, украшало клиента. И ни в коем случае ресницы не казались отдельно от клиента. Это очень важно в первую очередь. Третье, что изменится, это наш Инстаграм. Потому что его формат я тоже хочу поменять. Мне тоже хочется, чтобы это было приятно для глаза, приятно для клиента и приятно для нас, для мастеров. Потому что мы тоже являемся клиентами. Если для вас эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и ждите следующего видео, в котором я покажу свою студию, какая она сейчас, какие будут проходить изменения, как мы это делаем и какой она станет потом. Всем пока! Спасибо, что вы подписались!